Добрый день, дорогие телезрители. Меня зовут протоиерей Владимир. Я настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове, город Москва. Наш храм построен был в 1777 году стараниями Александра Ивановича Глебова. И храм был знаменит тем, что в нем бывали многие известные лица. Известно, что Иван Андреевич Крылов любил бывать в усадьбе Виноградова и, скорее всего, бывал и в нашем храме. Особо хотелось бы сказать о том, что храм не закрывался никогда. Единственное время, когда не проводились богослужения, в 1812 году, когда французские войска пришли в нашу местность, здесь около двух недель не было богослужения. Затем храм был вновь освящен, и служба продолжалась. Храм наш треугольный в основании своем – это влияние, естественно, масонства, но Господь все осветил. И поэтому сегодня мы молимся и вспоминаем благочестивых людей, которые здесь трудились, святых, подвижников благочестия. Наш храм освящал митрополит Платон Левшин. Предел в честь святителя Николая освящал святитель Филарет, митрополит Московский. В советское время, в годы лихолетий, по Божьему промыслу храм наш не был закрыт. Это было связано с тем, что в нем молились и служили великие святые, подвижники благочестия. Одним из них был архимандрит Иларион Удодов. Будучи постриженником Афонской горы, он, приехав в Россию, путешествовал по разным местам, был в Сретенском монастыре казначеем, затем был духовником сестер Иоанна Притеченского монастыря, потому что недалеко здесь находилось подворье Иоанна Притеченского монастыря, и архимандрит Иларион своей любовью, своей добротой очень многих привлекал к себе. Прежде чем сделать замечание, он говорил: «Деточка, не обидишься», а потом уже делал какое-то замечание небольшое. И любовь архимандрита Илариона, она везде была, во всех его делах. Он был тружеником, он мог лудить, паять, перекрывал крыши, настилал полы, был плотником, столяром и жестянщиком. Когда хутор Чернецова закрывали, то архимандрит Иларион попросил, чтобы ему отдали святыни, которые находились в храме преподобного Сергия Радонежского. Он приехал сюда по приглашению благочинного протоиерея Константина Спиранского, приехал в этот храм Виноградова и стал здесь жить. При храме продолжал окормлять людей, которые к нему приходили, и не гнушался никакой работой. Архимандрит Иларион сподобился великой чести. Он сподобился быть хранителем главы преподобного Сергия. Мы знаем эту историю, которая сейчас стала известна, о сокрытии главы преподобного Сергия. Когда было закрыта Троица Сергиева Лавра, и когда появилась опасность, что не только глава, но и все мощи преподобного Сергия будут уничтожены или куда-нибудь отправлены, то протоиерею Павлу Флоренскому благословили изъять главу преподобного Сергия и хранить ее. Глава хранилась в разных местах, и в Сергиевом посаде, и возле Люберец. И в 1941 году она была принесена сюда, в этот храм, потому что Павел Голубцов, окормлявшийся у архимандрита Илариона, не нашел другого человека, близкого по духу и верного Богу. И таким образом глава преподобного Сергия, великого святого, оказалась в нашем храме. Она тайно хранилась здесь всю войну. Рассказывает случай, когда архимандрита Илариона спросили, что вот рядом немцы, может быть, они и до нас дойдут. Он, помолившись, сказал человеку: до нас не дойдут. Потому что он знал, что преподобный Сергий защитит. А линия фронта была чуть больше 20 километров отсюда, может быть, даже и ближе. То есть Господь сохранил этот храм.
Разные святыни есть в нашем храме. Храм, потому что не закрывался, сюда привозили многие святыни из разных мест. Значит, я вам уже говорил про святыни с хутора Чернецова, из храма преподобного Сергия. Эти святыни находятся в левом пределе, пределе преподобного Сергия Радонежского. Он был освящен в 50-х годах 20 века. Святыни в том пределе – это мощи преподобного Сергия, волосы преподобного Сергия, частица мощей Иоанна Предтечи, потому что храм был под дворем Иоанна Предтеченского монастыря и некоторых других святых. Архимандрит Иларион перевез святыни, иконостас, врата диаконские и иконы преподобного и сам смонтировал здесь, в нашем храме. В нашем храме есть икона, редкая икона, которая называется Черниговская Гефсиманская. Она почитается в скиту Троицы Сергиевой Лавры и в нашем храме. Эта икона также была привезена архимандритом Иларионом вместе с иконостасом из хутора Чернецова. Одна из святынь нашего храма – это икона Спасителя, которая находится справа от царских врат. Икона Пресвятой Богородицы Владимирской, потому что храм посвящен ей. И Матерь Божия хранит не только город Москву, но и наш храм. И мы чувствуем ее помощь, заступничество и прославляем ее. В нашем храме еще имеется икона, редкая, называется она Новоникитская. Память ее на следующий день после воздвижения Чеснага и Животворящего Креста, 28 сентября по новому стилю. Икона изображается, значит, Дева Богородица на ней, держит Спасителя, младенца Христа, который в руках держит крест. Наши прихожане очень любят также и святителя Николая, потому что правый предел посвящен святителю Николаю. И икона, возле которой происходит исповедь, всегда почитается людьми, и перед ней люди молятся и просят святителя Николая, чтобы он помог, защитил и поддержал нас. Еще одна из чтимых икон нашего храма – это икона Вифлеемских младенцев. Она была приобретена в пещере Вифлеемских младенцев, и молятся перед этой иконой многие женщины, которые по неразумию совершили грех детоубийства. Икона с песочком из пещеры Вифлеемских младенцев. Также в нашем храме есть икона Блаженной Матроны с частицей мощей, икона преподобных старцев оптинских, ну и многие другие святыни. И мы просим, чтобы Господь сохранял наш храм, и чтобы люди приходили, молились и просили. Потому что Господь помогает нам, когда мы просим у Него, и мы хотим, чтобы это и дальше продолжалось. И чтобы в нашем храме продолжалось служение Божественной литургии.
Богослужение в нашем храме проходит, к сожалению, не каждый день. У нас всего два священника служат в храме. Субботу утром всегда богослужение, субботу вечером всегда, воскресенье утром всегда. И остальные дни, в среднем 2-3 литургии по будням, согласно расписанию. Расписание наше можно посмотреть на дверях храма или на нашем сайте в интернете храм-виноградов.ру. Доехать до нас можно с остановки Алтуфьева, метро Алтуфьева. Ходит автобус 685 до конечной остановки.